Фейхоа содержит много йода, она, вон она темнеет, прям только разрезали. На срезе видно, что темный коричневый цвет йодовый появляется. Природный йод для щитовидной железы пойдет. Хорошо усваивается легко. Вот она такая фейхуевина. Вкусненькая. Аромат такой, она такая, как духи. Вкусно так пахнет эфирными маслами. На вкус такая вот она. Не то, что уж сильный аромат, но именно вкус у нее такой эфирных масел. Она доспевает, лежит какое-то время, может доспеть, если не обработанная с деревом. Варенье из нее вкуснейшее вообще. Можно просто вот это вот на мясорубочке дело пропустить сахаром и хранится в холодильнике вкуснятина. Тут и кислинка есть приятная, и вообще очень вкусное варенье из фейхоа. Если из инжира варенье, оно такое сладковатое, излишне, а вот из фейхоа само то.